Так, всем привет. Мы продолжаем, в общем. Должны убить этого. Как его там, блин? Обзан или как? Взорвите. Сэм, я дропаю грапплинг хук и парашют. Это, кстати, финал уже. Так что мы сегодня сейчас пройдем это. Так, надо получается, смотрите, что делать, иди туда. Давай. Тихо. Бери C4, зачем мне C4? А что мне взорвать надо? C4, блин. Ну, кажется, что-то получилось, по крайней мере. Да, это будет надолго. Подожди, стой. Я взорвал. Нет, ты это давай, это как его. Кошку возьму. Это не кошку, а это тогда. А, нет, подожди, тут это эти враги. Так, где там эта фигня? Ну где она? А ты что не взрываешь? Ладно, я куплю тогда. Его в жопу. Как это работает вообще?
Не-не-не-не, зачем мне это? Надо идти туда. А, ну ладно. Вот она. Ну, плюс. Давай. Стоишь, плюс. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так. Вот она там. Ну давай. Charges dead. Good work, babe. Oh no, boss. Couldn't have exploded that better myself. It ain't about size. It's about technique. Somebody order a mech. Говоришь сейчас заново. Куда там? Блин, я там зарядил. Грани маленькие. Слушай, ты чё, совсем что я долбанулся? Thank you.
лазер меня просто бесит. Вот как от него уйти-то, а? Ладно. It ain't about size, it's about technique. Somebody order a mech! Или может быть, его можно убить еще и с помощью. Вот надо лазер. Отойди от него. А, блин. Что за херня? Ты я один момент уже, наверное, 40 пройти не могу. Лазер. Скотина ты конченая. The Holy Grail? Yep. That thing's gonna blow! Yep. Hey, boys, did you miss me? You're right on top. Wanna go for a ride? Say hi to the big fella? You betcha. Open wide! Oh.
That went straight to his head. I would have said, don't lose your head. I already did that one today. That was one hell of a migraine. This is getting very cerebral. Things came to a head. Brain drain is a serious issue. Talk about a head rush. I guess he couldn't get it out of his head. No, wait. I got it. We blew his mind. Perfect. Yep, that's the one. I hate it when I come up with the right one-liner 5 minutes after I kill the monster. Yeah, it's the worst. The life so short, the craft so long to learn. I had pun block for a week once. It's never happened to me. You think this is the end? You think you've won? You have no idea what Tahoom is capable of! He will destroy this planet, and nothing... Just in case. Oh, and by the way, tell Mental, Earth says hi. Then I jumped out of the plane, right over the Arctic Ocean. And you survived? How? He's serious. Ну вот и все. Мы прошли эту игру. Титры можно было бы пропустить, да. В общем, игра-то мне довольно-таки понравилась, я бы даже сказал. Ну, мне не совсем уж так понравилось. Есть некоторые моменты прикольные. Есть некоторые скучные, есть некоторые там мозгодробительные вообще есть моменты. Так что увидимся с вами в новых уже прохождениях. Всем удачи, всем добра и всем пока. До скорой встречи. Всем пока.